Из-за погоды в Самаре отменены рейсы всех теплоходов. Когда они возобновятся, неизвестно. Речники ждут улучшения погодных условий. Но там, где не пройдет теплоход, проплывет каноэ. В Тольятти местный житель устроил заплыв на каноэ по затопленной дороге под мостом через Ленинский проспект. В Тольятти разбушевавшиеся стихия оставила без электричества 73 дома и повалило около 30 деревьев. Кроме того, многие улицы города оказались затопленными, как и автобусы, передвигающиеся по ним. Один из очевидцев даже снял на видео тольяттинский автобус «Амфибию», пол которого полностью залило водой. Жители Жигулевска смогли снять на фото торнадо. Более 250 сообщений о падении деревьев получили экстренные службы Сызрани, сообщают городские СМИ. Также от урагана пострадали дома в селах Елховского, Сергиевского и Ставропольского районов. По данным МЧС, пострадавших нет. В ликвидации последствий ЧС принимают участие более 200 человек. В соседней Ульяновской области вода на улицах достигла такого уровня, что скрыла некоторые машины. За 12 часов выпало 86 мм осадков. МЧС предупреждает, что такая погода сохранится до середины сегодняшнего дня. Жителям стоит быть осторожнее.